2020 год изменил наш мир. Оказавшись в самоизоляции, жители нашей большой страны отдалились друг от друга. Многие нуждались в помощи, и все нуждались в связи с теми, кто дорог. В это непростое время были те, кто продолжал трудиться, несмотря ни на что. Кто доставлял людям не просто письма и посылки, а тепло и счастье. Кто сохранял эту важную связь между родными и близкими, когда все оставались дома. Это сотрудники Почты России. Сегодня мы хотим сказать огромное спасибо всем вам. Людям, которые оставались в движении, когда мир как будто остановился. Вы, как никто другой, заслужили настоящий, душевный, теплый, искренний и счастливый Новый год. Сегодня мы еще раз вспомним самые важные события уходящего года и с надеждой взглянем в новый 2021. Среди страны огромной, на море и на суше, соединяет почта людей сердца и души. Становимся мы ближе друг к другу каждый раз, когда летят в конверте послания для нас. А почтальон с доставкой и в снег, и в дождь спешит. Становится день ярче от света и любви. И пусть на свете счастье одно на миллион, его приносит почта в каждый дом. Почта России – наша сила. Почта Россию объединила. Почта России стрелою мчится. Когда мы почтальона встречаем у двери, нам дарит почта чувства душевной теплоты, стирая все границы разлукам вопреки. И от Калининграда до Дальнего Востока пересекает почта Россию по дорогам. Невидимые нити связали этот путь, призвание почтальона быть там, где ждут. Наша сила, почта России.